надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Против Минского «Динамо». Итак, команды появляются на сцене. Посмотрим, как эта игра начнется. Центр поля. Вот если опять же смотреть. Ким Чун Йен, Ким Чун Йен, Ким Чун Йен. Diyorum, 전 세계가 코로나 문제로 많이 중단되기도 하고 많이 상황이 악화돼 있는 상황인데 여기서 저는 그래도 이 나라의 규칙대로 저는 그냥 하고 있고. Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник.